Коллеги, добрый день. Сегодня у нас Татьяна, модератор нашего мероприятия, болеет, поэтому мы сегодня с вами начнем сразу же. Дайте мне, пожалуйста, знать, видно ли, слышно. Огонечки поставьте, пожалуйста, моргните мне. Вижу, вижу, благодарю, благодарю, друзья. Ну что, тогда будем начинать. Всю информацию, которую Татьяна сказала бы вам в качестве анонсов, она разместила в чате. Можно его поднять вверх сначала и с нею ознакомиться. А мы сегодня с вами продолжаем наше обсуждение, можно сказать. Да, мы с вами в прошлую нашу встречу говорили о тех изменениях, которые сейчас происходят. И, собственно говоря, сегодня посмотрим вообще, как нам быть с публикациями, и в большей степени сориентируемся с точки зрения их оформления и с точки зрения оценки их оригинальности. И наша задача сегодня с вами будет посмотреть именно вот эти блоки вопросов. Во-первых, что есть оригинальность научной работы, как она воспринимается. Второй момент, поговорим о научной этике, о культуре цитирования, каким образом нам сделать так, чтобы мы осознанно или неосознанно не создали себе проблем с оригинальностью работы, чтобы она у нас не была признана как плагиат чужой работы, что здесь, какие здесь вопросы важно для себя определить, да, и, соответственно, поговорим о списках литературы и о ссылках, то есть каким образом выстраивается взаимодействие, вообще каким образом нам это требование с точки зрения наличия ссылок и с точки зрения списка литературы удовлетворить таким образом, чтобы все было в порядке. Ну и давайте начнем с оригинальности. На самом деле, когда мы говорим об оригинальности, оригинальность работы научной, то здесь два нюанса есть, которые не синонимы, но, к сожалению, часто бывает так, что автоматически они как будто бы уравниваются, эти сутевые вещи, хотя это, конечно, не одно и то же, совершенно не одно и то же. С одной стороны, оригинальность научной работы – это то, что в ней нового, какое качество текста с точки зрения присутствия научного результата, насколько весомый этот научный результат, насколько эта идея нестандартная по отношению к существующим идеям, которые были опубликованы ранее. Вот в этом смысле оригинальность, можно сказать, что это содержательная оригинальность, да? Но при этом есть еще второй компонент, второй аспект оригинальности – это насколько этот текст не повторяется, то есть насколько сам текст является авторским. И в этом смысле здесь, конечно, казалось бы, вот близость в чем состоит? В том, что и там-то новизна тоже должна быть авторская, ведь так? Но здесь более технический момент, который, собственно говоря, у нас проверяется, и с которым, наверное, мы с вами периодически сталкиваемся, подавая свои публикации в издательство или в материалы конференции, сталкиваемся с некоторыми особенностями вот этой оценки оригинальности. Что здесь нам нужно для себя осознать, что оценка этой оригинальности, она тоже ведется разными субъектами. Когда мы говорим, когда мы подаем с вами публикацию в журнал или в материалы конференции, и нашу статью проверяют содержательно, то есть ее качественный уровень, уровень научных результатов, то это осуществляет рецензент, это осуществляет эксперт в близкой вашей теме или эксперт тот, который назначен для проверки вашего труда. При этом он может вообще не озадачиваться вопросами оригинальности с точки зрения совпадения текста с какими-то другими изданными ранее работами. А вот второй аспект,
да, вот это вот наш текст или повторяется он, проверка этой оригинальности, оценка этого пласта оригинальности осуществляется, естественно, программными методами. И в лучшем случае, я не случайно на слайде высветила все-таки, что это не просто программный продукт, это все-таки еще плюс человек, плюс эксперт, который назначен. Эти эксперты могут быть разные, вы в том числе можете провести экспертизу своей работы, если вы умеете это делать, или эксперт, который осуществляет эту проверку в издательстве или в оргкомитете конференции, используя определенные программные продукты. Программные продукты бывают разные, это не единственный, но наиболее распространенным программным продуктом проверки оригинальности, вот второго типа оригинальности, да, является программа «Антиплагиат». И в этом смысле, когда мы начинаем, наверняка, я уж даже не буду спрашивать, кто-то из вас сталкивался с этой программой или нет, раз вы пришли на этот вебинар, наверняка вы сталкивались с проверкой своих работ на оригинальность, и периодически мы испытываем негативные чувства по отношению к программе, да, к программному продукту. Вот у меня в отчете что-то там не так. Ну и я вам, например, показываю один из вариантов проверки. Это реальная работа. Я специально убрала все данные, дабы никого не задеть. Когда мы проверяем, мы получаем результат проверки из программы «Антиплагиат», мы можем видеть разные результаты, и иногда этот результат нас совершенно не радует, как, например, здесь на слайде, когда нам говорят, что оригинальность работы, этот отчет сообщает нам, что оригинальность работы там 20 с небольшим процентов. При этом, если человек действительно использовал, может быть, это начинающий исследователь, может быть, он еще не знает, как оформлять правильно ссылки, как сделать так, чтобы то, что вы цитируете, призналось цитированием, да, то есть вот, позвольте, я возьму курсор, указочку, да. Друзья, моргните огоньком, пожалуйста, видно сейчас курсор? Потому что он у меня как-то наслаивается. Да, все, благодарю. То есть, когда мы с вами говорим об оригинальности, мы имеем в виду с вами вот этот блок, вот этот показатель, и если мы с вами все остальное посчитаем, вот все остальные эти блоки, да, у нас получится остаток от 100%. И здесь очень важный момент, вот с точки зрения сейчас понимания и вообще, что когда мы с вами говорим, вот если бы я оформила что-то как цитирование, то была бы другая ситуация. Давайте разбираться. Вот у нас есть совпадение, то есть раньше это в сервисе «Антиплагиат» называлось заимствование. Сейчас это называется этот текст, который совпал с каким-то, и он пока, это совсем не означает, что этот текст может быть ваш, или он не ваш, или он неправильно оформлен. Он просто совпал, он просто совпал. И часто, когда автор получает подобный отчет, вы разворачиваете вот этот отчет и видите вот это вот красное, да, то, что у вас сомнение у экспертов вызвало в оригинальности этого текста, мы начинаем говорить, так это мое, или так вот это же я процитировал. Вот если вы не так процитировали, мы сегодня поговорим о том, как цитировать правильно, если вы оформили свой текст, вы показали эволюцию своей работы, например, и не поставили ссылку, естественно, это у вас как самоцитирование не зачтется. То есть мы, как авторы, начинаем думать над тем, как нам вот этот текст, вот эти совпадения, поработать с ними, чтобы они превратились вот в это, да, вот в цитирование или в самоцитирование. Друзья, это нас не спасает в том смысле, что если мы только этим будем озадачиваться вопросом, чисто механистически, да, то, естественно, оригинальность текста у нас от этого не повысится. Если у вас здесь совпадение, потому что вы не взяли в кавычки, вы возьмете в кавычки, у вас переместится в категорию цитирования, оригинальность ваша не повысится. И поэтому вот этот слайд ставит перед собой задачу показать, что на самом деле
наш как бы вот акцент нашего внимания должен быть смещен не на то, сколько у меня заимствований, сколько у меня цитирований и так далее, а на то, какова у меня оригинальность, оригинальность работы, оригинальность текста и так далее. И тогда мы с вами будем подсвечивать для себя правильное направление. Что нам для этого нужно? Для того, чтобы мы вот с этими совпадениями, которые могут быть заимствованиями, а которые могут и не быть заимствованиями, они, может быть, вот бывает так, что... Вот у кого бывало, друзья, вот поделитесь своим опытом, да, публикационным, у кого так бывало, что вы написали статью самостоятельно, вы там результаты свои представили в статье, естественно, вы опирались на работы каких-то других авторов, там, где нужно, вы везде поставили ссылку, и вы получаете в отчете, что у вас какие-то фрагменты залиты как плагиат и указан источник, а вы этот источник даже не смотрели. Вот у кого такое было? Поставьте там плюсики или десяточку, вот у кого прямо такое вот было, и вот вы терялись, да, с чем это связано, как нам в этом смысле быть. Пока вы отвечаете, пока не вижу активности, прямо удивляюсь, неужели у вас такого никогда не было? Это прям частая такая ситуация и в публикациях, особенно в диссертациях, потому что нам с вами нужно четко разобраться с тем, как вот эти совпадения могут трактоваться с точки зрения заимствований. И в этом смысле заимствования в публикациях или в диссертации, ну, мы сегодня акцент делаем на публикациях, могут быть, по сути, трактоваться, да, как правомерные заимствования и неправомерные заимствования. И если у исследователя встает вопрос, ну, раз так, я вообще заимствовать тогда ничего не буду, и раз это так плохо, раз это мне так вредит. Но мы не сможем с вами, друзья, обойтись без заимствований просто по факту того, что мы должны обязательно с вами показать, что мы знаем то исследовательское поле, на котором мы с вами работаем, на то, там, где мы ведем исследования. Поэтому наша задача – отделять правомерные и неправомерные заимствования, чтобы случайно, неосознанно не выйти в ненужную область. И здесь у нас с вами следующие могут варианты быть заимствований. И тот вариант, на который нам нужно ориентироваться, называется правомерное заимствование в научно-корректной форме. Что это значит? Это соединение нескольких параметров в вашем заимствовании. Первый параметр – это цель цитирования. То есть у вас должно быть основание, зачем, для чего, с какой целью вы взяли текст другого автора в свою работу. Какие здесь могут быть основания? Во-первых, показать, например, трактовки разных терминов. Второе, показать разные подходы, например, к оценке чего-либо, того, что вы изучаете. Показать разный взгляд, эволюцию того, как развивалось ваше явление, которое вы изучаете, да, привлечь труды исследователей, которые в разное время занимались этой же темой. Естественно, вы будете это цитировать. Либо вам нужно обосновать свой результат, то есть вы получили какой-то результат, и вам нужно показать, что он не случайный, этот результат. Этот результат, который действительно встречается в науке, но он был достигнут каким-то другим способом, и в науке мы должны доказать, что ваш результат, он не то что какой-то разовый, да, то есть он обоснованный. И вот для этого мы тоже можем привлекать другие источники, для того, чтобы нам это подтвердить. Но что здесь важно? Что помимо вот этой цели, для чего мы это делаем, мы еще делаем, мы правильно отвечаем на вопрос «как?». Как мы это делаем? Мы оформляем эту цитату таким образом или такую мысль другого автора таким образом, чтобы читателю нашей публикации в будущем было понятно, что это не мы, что это не наша мысль, это не наше исследование. И для того, чтобы это у нас получилось, мы должны по правилам оформить это цитирование, и что даст возможность не просто понять, что это не мы, что это из другой работы мы взяли кусок, но это позволит нам быстро найти этот кусок в другой работе. То есть именно правильное цитирование позволяет это сделать. Например,
я эксперт, я читаю вашу публикацию, я хочу проверить, корректна эта ссылка или нет. Я могу пройти по этой ссылке, посмотреть на эту страничку и действительно увидеть эти мысли там. Если это не так, значит, это правомерное заимствование, но в научно некорректной форме. То есть цель у вас обоснована, вам действительно нужно привести эту мысль, эту идею, эту цитату. Вы указали автора, то есть фамилию вы, например, поставили верно. И источник заимствования, название статьи или монографии, или еще, вы тоже указали верно. Но сама ссылка оформлена с нарушением правил. Возможно, там не указана страница, особенно вот когда мы цитируем монографию. Представьте ситуацию обратную, что вы не автор, а вы читатель или вы эксперт, проверяющий работу. То есть, когда мы ссылаемся на монографию, там, вы написали, допустим, Иванов Иван Иванович в своей работе такой-то, таким-то образом вот обозначил вот этот термин или такой-то подход там показал или еще что-то, и ставите просто ссылку на монографию. Ну, то есть это означает, что вы предполагаете, что эксперт ее должен всю прочитать, он, может быть, ее и читал, но мы должны сослаться все-таки на конкретную страницу для того, чтобы и система, и человек, который читает, он мог действительно посмотреть, что да, эта ссылка актуальна, особенно это актуально, друзья, для диссертационных работ, да, потому что там работа очень крупная, ее однозначно будет проверять и программа, и эксперт, и чем качественнее вы оформите ссылки, тем в вашу пользу может, да, эксперт трактовать то или иное явление другого текста в вашем научном тексте. Ну и то, что нам, чего нам нужно избегать специально или не специально, может быть, случайно, просто по незнанию, вот чтобы вы знали, нам нужно избегать неправомерного заимствования. Что это такое? Я вам на слайде выношу прямо цитаты из методических рекомендаций о плагиате в диссертации на соискание ученой степени, которые применимы в том числе и к публикациям, да, и наша задача с вами состоит в том, чтобы не допустить вот этого неправомерного заимствования, так называемого плагиата, когда мы пытаемся, случайно или не случайно, выдать чужое мысль, произведение, результат за свое. Как это происходит? Это происходит в ситуации, когда вы либо не указали автора, либо не указали источник. И, соответственно, получается, что мы как бы вставим в такую ситуацию читателя, когда он не понимает, он недопонимает, кто это, кто автор этой идеи, этого текста. И здесь неправомерное заимствование, оно тоже неоднозначное, оно может по-разному развернуться в тексте, и здесь тоже для себя нужно четко составить представление. Иногда неправомерное заимствование бывает дословное, то есть когда берется, вообще говоря, цитата, и эта цитата, то есть буква в букву, слово в слово, запятая в запятую, этот текст вставлен в работу, и ссылка оформлена, но она стоит не там. Что это означает? Это означает, что, предположим, из чужого текста взято там 2-3 абзаца идеи, текста, мысли, подряд идущего, без каких-то корректировок, без переделок, без кавычек. И, например, написано точно такое же начало, что Петров Сергей Петрович в своей работе такой-то, то-то, то-то. И как будто бы мы вроде бы показали, что это не наше. И дальше идет длинный текст. И ссылка, если стоит сразу после вот этого Петрова, то мы не понимаем, сколько именно текста из этого автора мы взяли. И вот в этом смысле это неверно. Потому что мы тоже как будто бы вводим в заблуждение читателя или эксперта, который оценивает нашу работу на предмет наличия того или иного чужого текста в нашей работе. То есть неправомерное заимствование не позволяет нам выявить объем цитаты, объем этого чужого текста.
Следующий вариант дословного присвоения автора – это когда ссылка вообще отсутствует. При этом ссылка может в тексте отсутствовать, а в списке литературы этот источник может находиться. Вот так делать тоже нельзя. Особенно, когда мы с вами готовим публикации, у нас фактически 100% покрытие списка литературы должно быть ссылками. Если еще в диссертации допускается, что у вас в списке литературы есть источники, которые повлияли на вас, как на исследователя, может быть, на продвижение вашей темы, на какой-то исследовательский задел, восприятие вашей темы, но вы не цитировали эти работы, то уж когда мы говорим о публикации, понятно, что вот эта связь, ссылка, список литературы, она обязательно должна быть, дабы избежать вот того самого неправомерного заимствования. Ну и еще один способ, когда мы неправомерное заимствование имеем в результате, это когда чужой текст перерабатывается только стилистически, то есть суть вся остается, но текст меняется, предложения меняются местами, меняются фразы, меняются слова друг на друга, да, или там каким-то образом. То есть такая небольшая переделка, которая в рамках проверки будет называться у вас парафраз, в модуле, в антиплагиате есть модуль, который определяет вот такого плана непроработанный текст чужой, который вставлен в публикацию или в диссертацию. И в этом смысле такая переработка небольшая, да, переработка материала, которая провелась, она все равно подразумевает наличие ссылки, а в этом случае ссылка на автора не поставлена, например. Вот это будет неправомерное заимствование. То есть все-таки мы, независимо от того, берем мы цитату или берем мы переосмысленный текст, мы обязательно должны показать, кто автор, для того, чтобы вот эта самая оригинальность наших идей не была смешана с чужими работами. Что здесь, как себя проверить, некий чек-лист, да, для того, чтобы вы в следующий раз, когда читаете свою подготовленную публикацию, или кто-то из вас уже пишет диссертацию, и тоже те же самые абсолютно правила мы используем и в диссертации, как проверить, все ли у меня верно. Если вы, как читатель или как эксперт, когда вы изучаете свой текст, вы понимаете, какой фрагмент текста заимствован, у кого и из какого источника, значит, все в порядке. То есть какой текст, то есть какой размер текста, сколько он занимает, у кого и откуда. Все, если вам это понятно, значит, все нормально. Если эксперт или вы, как читатель уже своего текста, можете проверить или углубиться в исследование этого автора, все прекрасно. Если же вы, читая свой текст, вы как бы понимаете, что он заимствован, но мы не можем идентифицировать место заимствования. Даже ссылка стоит, но страницы, например, вы забыли поставить. Поставьте. То есть иначе это может восприняться как некорректная форма заимствования. Ну и неправомерное заимствование – это когда вы читаете и видите, что у вас мало ссылок. Или вы понимаете, что они стоят не там. Или, то есть вы видите, что да, не вполне, я даже сам, автор, не вполне понимаю, где вот этот вот другой цитируемый автор со своим текстом у меня начинается, а где он заканчивается. Поэтому вот здесь, прям вот по этому алгоритму мы можем посмотреть свой текст и понять, в какую категорию он у нас, по сути, попадает. И здесь сразу же, опять же, да, хочется сказать, что есть еще один нюанс, это самоцитирование. Это когда мы с вами проверили вот по этому алгоритму чужих для нас, чужих авторов, не себя. И кажется, все замечательно, все у меня хорошо.
Но вспоминаем, есть еще такое понятие, как самоцитирование. Это когда мы с вами используем в более поздней публикации текст, который был опубликован ранее. Речь идет именно об опубликованных текстах, потому что, да, безусловно, если неважно, это в научном отчете где-то вы публиковали, или у вас какие-то аналитические сборники, вы где-то участвуете, и вы эти цифры, например, берете, все, что опубликовано, все может быть отмечено. И здесь четко мы должны для себя понять, что для того, чтобы ваш текст идентифицировался как самоцитирование, нам нужно его тоже грамотно оформить. То есть машина или эксперт, который будет проверять ваш текст, он не знает всех ваших ранее опубликованных работ. И если какой-то текст маркируется как совпадающий с другим, для того, чтобы эксперт понял, что это ваш текст, или машина сразу поняла, что это ваш текст, вам нужно, безусловно, это оформлять. Как оформлять? Оформлять точно так же, как будто бы это фрагмент текста чужого автора. То есть, если вы цитируете себя дословно, то есть реально берете цитату, пожалуйста, открываем кавычки, процитировали, кавычки закрываем, открыли квадратную скобку, например, если такой способ указания ссылки, ставим номер источника, который у вас в списке литературы, под вашим авторством, ставим страницу и закрываем квадратную скобку. При таком подходе, когда даже сама программа, когда еще на уровне проверки программными средствами без эксперта, если у вас таким образом оформлена публикация, то, естественно, у вас больше вероятность того, что программа причислит эти цитирования к самоцитированию. Если же нет, то на втором этапе, когда подключится эксперт, и он увидит, что вот этот текст имеет того же автора, что и автор текущего проверяемого произведения, то есть текущей публикации, это у вас отнесется в категорию самоцитирования. Поэтому здесь вот самоцитирование мы не размышляем, как это же мое, хочу вставил, хочу не вставил. Нет, мы должны отделить, мы должны читателю показать, что это ранее опубликованная работа, а это вот новый мой текст. И в этом смысле наверняка сразу же встает вопрос, он перед каждым встает, когда мы начинаем готовить публикацию, какой процент оригинальности, да, тогда допустим. Я именно все-таки давлю на оригинальность, а не на то, что какой процент плагиата допустим. Да. Мы вообще плагиата не допускаем, мы стараемся все оформить верно, для того, чтобы у нас все совпадения являлись либо цитатами, либо самоцитированием, то есть чтобы было понятно, откуда мы что взяли. Тем не менее, процентный подход никуда не девается. Сам процентный подход, он есть, мы живем с вами в реальной жизни. И если бы я вам сейчас сказала, что не существует никаких процентов, на которые надо ориентироваться, я бы, конечно, немножко покривила душой, потому что все-таки эти, нравится нам это или не нравится, но эти измерители, они используются. И если мы рассуждаем о публикациях, а сегодня мы говорим о публикациях, то, конечно, когда мы говорим о статье, если вы отправляете ее в журнал или в материалы конференции, то вас ориентирует издатель. Чаще всего в требованиях мы с вами видим некий процент, на который нам нужно ориентироваться для того, чтобы мы понимали, что мы по их требованиям выполнили качественную работу. Традиционно это разные бывают проценты, зависит от статуса мероприятия, от статуса журнала. Где-то это там 65% уже достаточно, где-то 85%, где-то больше. Поэтому ваша задача, когда вы готовите публикацию, обратить на это просто внимание и, соответственно, иметь как некий ориентир.
Если же мы с вами рассуждаем о более крупных формах, предположим, вы пишете докторскую диссертацию, и вам нужно иметь крупный научный труд печатный, такой как монография, тогда какой ориентир мы с вами берем? Опять же, каких-то утвержденных, вот, чтобы единых нормативов нет. И можно сказать, что можно ориентироваться на какой-то такой средний вариант, но тогда опять встает вопрос, а что взять как некий средний вариант? Поэтому очень часто мы ориентируемся на те внутренние локальные акты, которые приняты в организации, где вы собираетесь опубликовать монографию. Например, вы работаете в образовательной или в научной организации, там наверняка есть локальные акты по поводу учебно-методических пособий и в том числе по поводу научных монографий. И вот здесь тоже нужно посмотреть и поинтересоваться этим вопросом, а что является тем самым мерилом оригинальности в процентном подходе по отношению вот к публикациям такого типа, который вы готовите. И опять же, это взять себе на вооружение для того, чтобы это учитывать. Хотя, конечно, опять же, если мы будем рассуждать на более каком-то высоком, глубоком уровне, то, конечно, сами по себе проценты мало что показывают. Это может быть высокий процент оригинальности, но глубина погружения в тему может быть несущественной, в то время как, например, может быть высокий процент самоцитирования, который показывает развитие темы, да, что человек давно, он занимается этой темой давно, глубоко, и там может быть высокий процент, например, самоцитирования, но при этом работа может быть очень и очень качественной. Поэтому, но опять же, да, мы с вами, друзья, про реальность на наших встречах, поэтому я говорю как есть, и нам приходится ориентироваться на вот этот процентный подход. Что касается вообще в принципе вот плагиата как некоторого явления, я сегодня убрала, сначала сделала слайды, потом убрала слайды, чтобы не отвлекаться, скажем так, на постановку проблемы, что вообще эта проблема, она существует, или мы вообще говорим о чем-то таком явлении, которое редкое. Явление на самом деле очень масштабное, явление на самом деле очень серьезные последствия имеет. И несмотря на то, что мы сегодня о публикациях, я позволю себе буквально два слова сказать по поводу диссертационных работ, потому что наверняка большая часть тех, кто приходит на вебинары вот нашего цикла, связанные с научной деятельностью, или пишете диссертации, или думаете об этом. И я бы хотела подсветить, что вот именно культура цитирования еще более важна и цена для вас, как для автора, в диссертационной работе. Почему? Потому что если вы, собираясь защитить диссертацию, просто посмотрите диссертационные советы, например, ну, какие, которые вас заинтересуют, и зайдите на страничку этих диссертационных советов. Вот в некоторых советах вы найдете такую ситуацию, я не могу ее назвать интересной, но эта ситуация примерно такая. На одну защиту 2-3 заседания связаны с лишением ученой степени. То есть вы в некоторых диссертационных советах, это не потому, что в этом диссертационном совете, то есть когда степени лишают, работу направляют в другой диссертационный совет, не там, где она защищалась. Но и просто не каждый диссертационный совет вот такими, наверное, наделен возможностями или там полномочиями, да, для пересмотра работы. Но в некоторых диссертационных советах вот есть такая, вы прям посмотрите, и там удивительно, ну вот на одну защиту несколько лишений. То есть на самом деле ситуация очень серьезная, очень серьезная. Ладно, когда там, ну, с публикацией какие-то сложности возникли, а представляете, когда у человека возникли сложности с диссертацией, уже защищенные. Поэтому вот давайте все-таки чуть внимательнее мы посмотрим, где нам вообще, на что нам акцентировать свое внимание и в чем здесь могут быть сложности. Когда мы говорим о научной культуре, и когда в принципе мы говорим, что есть некий такой вот
внутри науки есть определенное представление о ценностях, которые мы, как ученые с вами, создающие научное произведение, о неких принципах, мы на них должны стоять. То есть это некие нормы, на основе которых вообще исследовательская деятельность организуется. Вот так же, как в медицине, есть «не навреди», да? Но в каком-то смысле в науке есть «не укради». Ну вот надо все-таки свое что-то создавать, и от нас, как от ученых, именно ждут каких-то вот новых идей. Но при этом, безусловно, есть внешний уровень представления о том, что такое научная культура. Он, этот уровень формируется некими нормативными ограничениями, то есть некими законодательными ограничениями, которые трактуют те самые смыслы, что означает, что у нас много чего-то привлечено в нашу работу, да, и когда это становится плагиатом, а когда не становится. И в этом смысле, опять же, точно так же, как оригинальность имеет некую такую двойственность внутри себя, точно так же научная культура и научная этика – это некая двойственность. С одной стороны, это совокупность моральных принципов, которые мы, как ученые, в себе несем, транслируем своими публикациями, своими работами в том числе. Ну и, безусловно, это какие-то нормы поведения, которые закреплены в законодательстве, даже не в локальных никаких актах, а, конечно, уже на уровне более серьезном. Мы сейчас об этом поговорим. Но еще один важный момент состоит в том, что не только плагиат вообще является нарушением научной этики. Мы как-то часто говорим только об этом, а на самом деле нарушение научной этики – это более широкое поле, которое тоже встречается, которое тоже, эти процессы тоже происходят. И поэтому вот надо стараться как-то оберегать себя от попадания в ситуации, когда по поводу вас может быть нарушена научная этика, либо когда научная этика может быть нарушена вами. И здесь я на слайд вынесла несколько позиций и буквально два слова скажу по этому поводу и пойдем дальше. Не знаю, встречались вы или не встречались, но вот использование доминирующей позиции в академической иерархии, да, бывает такое, и это тоже является нарушением научной этики. О чем это? Это о том, когда вас кто-то просит процитировать, например, свою работу или работу своего ученика, например, или там своего коллеги или еще что-то. И ладно, если просит. А если не просит, а говорит из серии, что вы должны, обязаны, вот найдите как угодно, как хотите, так и процитируйте. Вот это, вообще говоря, нарушение научной этики. Вы как автор имеете право самостоятельно выбирать те научные произведения, на которые вы опираетесь, которые вы цитируете, а какие вы не цитируете, потому что вы их не используете. Еще какие формы нарушения научной этики есть, это я сейчас говорю о том, что не всегда плагиат приводит к проблемам. Вот подтасовка экспериментальных и каких-то эмпирических данных, уж подтасовка, простите, это может быть звучит достаточно, может быть, грубо, может, агрессивно, но тем не менее это искажение, это умышленное введение в заблуждение и так далее. Опять же, это я не свое мнение транслирую, это мнение экспертного сообщества по поводу того, что в некоторых науках происходит такое, и именно, если опять же я вас отправлю, да, на страницы диссертационных советов, и вы зайдете и посмотрите, по какому поводу происходит лишение ученой степени, в том числе вот это нарушение, оно, конечно, не так сформулировано, но вы поймете, что это по этому поводу, когда эмпирические данные или какие-то экспериментальные данные, они не соответствуют действительности. Поэтому вот не только с цитатами, друзья, надо быть аккуратным, нужно быть внимательным к тем результатам, которые мы получаем в рамках своего исследования.
Дискриминация это в большей степени, наверное, когда все-таки к нам как-то не так относятся. И здесь в этом смысле может быть, что, например, вы аспиранта, вас заставляют делать публикацию совместно с научным руководителем или там с каким-то другим лицом, которое, в общем-то, не участвовало в написании работы, и вам просто говорят, ну вы аспирант, тебя без этого не опубликуют. И вот в этом смысле, почему я так вот об этом говорю, вот буквально сегодня у нас, я работаю в Институте экономики Уральского отделения Российской академии наук, и у нас вот буквально сегодня с утра было вручение премии академика Александра Ивановича Татаркина, и конкурс был очень мощный, и сегодня мы как раз не просто поздравляли победителей, но и слушали доклады, и среди один из победителей, молодой человек, наш сотрудник, работает в нашем филиале, Артем Ужегов, прекрасный доклад, вот прекрасный доклад, заслуженная победа и так далее, это аспирант. И здорово, когда вот этого нет, этой дискриминации, потому что можно сказать, о, это такой серьезный конкурс, пока еще не дорос. Вот это была бы дискриминация. А когда все-таки в публикациях, в конкурсах, то есть в нашей научной деятельности мы измеряем результаты научного труда не статусом человека, а именно текстом, оригинальностью этого текста, интересностью этого текста, значимостью этого текста. Вот это очень важно. Ну и вот такое самое частое, самое распространенное нарушение научной этики, это как раз тот самый плагиат, из-за которого больше всего бывают сложности. И на самом деле, если мы с вами захотим погрузиться, я не буду вас погружать больше, чем на одну секунду, относительно терминологии, да, что такое вообще плагиат, это, конечно, умышленное действие, это не когда вы случайно что-то сделали, что есть какие-то результаты чужого труда, которые охраняются законом, и вот они, эти права, эти результаты, они присваиваются другому человеку. И, конечно, когда мы говорим, и я вам сказала, что есть некие законодательные нормативные ограничения, то если мы зайдем в тот же самый «Консультант Плюс», например, мы с вами увидим и сделаем запрос, просто вставим плагиат, и мы увидим целый перечень нормативных документов, которые так или иначе нас просветят, что это, как и так далее. И если бы мы с вами озадачились, насколько это серьезное нарушение, то это нарушение регулируется даже отдельной статьей Уголовного кодекса. Но, конечно, мы с вами понимаем, что, ну, наверное, примеров того, что кто-то кого-то в научной работе уличил вот так вот прям там до штрафа или там еще чего-то, наверное, нет. И тогда возникает ощущение, наверное, какой-то беспомощности, когда если вы вдруг являетесь автором того текста, который заимствован кем-то без ссылок, тогда возникает вопрос, а если мои авторские права нарушены, меня кто-то вообще защищает, кроме вот ну, таких серьезных организаций, я не готова там идти в суд или еще что-то. Да, защищает. И вы как исследователи должны это знать. Вы должны понимать, что и ваше право авторское, и право других авторов, оно защищено, и есть организация, да, есть сообщество, правильнее сказать, которое защищает нас с вами как авторов. Это ассоциация научных редакторов и издателей. И если у вас называется ANRI, то есть вы в поисковичок просто забиваете ANRI и на их сайт попадете. И вот у них прямо на главной странице есть вот такая вот вкладка, которая называется «Этика». И если у вас есть какие-то проблемы, вы, например, читаете чужую статью и видите, батюшки, это мой текст. Ну нет, это вот взяли прям мой текст. Вы соизмеряете эти тексты и понимаете, что да, это так. И вы хотите как-то отстоять свои права. Вот самый простой способ, как это сделать, обратиться в ассоциацию научных редакторов и издателей, они проводят много встреч просветительских, обучающих для того, чтобы повысить культуру
общение между авторами, да, общение, я в кавычках говорю, то есть общение через тексты, для того, чтобы повысить качество вообще публикационной деятельности у нас в стране, и это просто прекрасно то, что они этим занимаются, потому что автор все-таки не чувствует себя полностью предоставлен самому себе, если вдруг что-то происходит у него не так с точки зрения его статьи. Ну и теперь давайте чуть более инструментально. А как же нам с вами, то есть если вдруг это по отношению к нашей статье были нарушены авторские права, мы отправляемся в ассоциацию. Если на сайт ассоциации, если мы сами сейчас пишем публикацию, как нам сделать так, чтобы мы никого не задели, ничьи научные права не нарушили. Для этого нам нужно с вами правильно вот эту связку осуществить между ссылками в тексте и между списком тех источников, которые вы разместите в списке литературы. И вот эта связка, еще раз повторюсь, в публикации это 100% покрытие. То есть, например, у вас в списке источников 25 статей или там 25 источников, может, там какие-то монографии есть, да, и вот на все эти источники должны быть ссылки в тексте. По одной или по несколько ссылок, это уже вопрос факультативный, вопрос вкуса, но то, что все они должны быть, эти источники там названы, это точно. Каким образом нам с вами нужно определить те самые источники, которые мы цитировать будем и которые мы включим в список литературы? Для того, чтобы, напоминаю, мы сегодня не про плагиат говорим, а про оригинальность. Как мне сделать так, чтобы моя работа была максимально оригинальна? Для этого нам нужно сначала определить круг авторов, работы которых мы с вами вообще будем изучать. И задать себе вопрос, для чего я использую работы этого автора в своей статье? Для того, чтобы показать то, что я изучил, например, классиков. То есть это авторитетные ученые в моей теме. Я, естественно, их буду цитировать, и я, естественно, их включу в список литературы. Почему? Потому что я тем самым показываю свою научную квалификацию. Я показываю, что я знаю те фундаментальные труды тех ученых, которые исследовали. Еще обратите, пожалуйста, внимание, есть такое понятие «научная школа». То есть это совокупность взглядов, которую транслируют определенные ученые, и есть такое понимание, допустим, там «уральская научная школа». Я работаю в научной организации, у нас в своей научной организации есть Уральская научная школа региональной экономики. И, соответственно, если я работаю в этой же сфере, я исследую тоже региональные процессы, очень хорошо, будет странно, если я знаю своих коллег, которые работают в этой теме и проживают в Москве, в Санкт-Петербурге, там, во Владивостоке, неважно, у нас огромная страна, огромное количество исследователей, но не знаю своих. То есть, конечно же, вот эту вот глубину вашего погружения в тему показывает в том числе и то, кого вы цитируете. И, конечно, чем более качественные источники вы выбираете, тем глубже идеи будут, которые вы сможете в своей публикации показать. Второй момент, на который мы обращаем внимание, то есть опять же я хочу не то, что, опять же, про плагиат, не повторяйте чужие работы, да, а все-таки про оригинальность. Как мне показать, что моя работа оригинальна, она хорошая, качественная и так далее? Учитываем определенные годы публикаций, которые вы собираетесь изучать. Это зависит всецело от вашей темы, от вашей специальности. Если вы историк, и вы рассматриваете какую-то тему в исторической ретроспективе, ну, конечно, вам тогда не надо ориентироваться только на последние публикации. Вам везде, у вас просто специфика вашей специальности говорит о том, что в публикациях, диссертации, везде у вас должен вот этот быть исторический подход, и вы должны показывать вот эту ретроспективу. Но если вы работаете, я не знаю, у вас по медицине работа или по инновациям, ну, странно будет, если вы в публикациях, очень часто я вот как рецензент
журналы нашего «Экономика региона», иногда открываешь публикации, ну, у нас, конечно, очень серьезный журнал, редко когда такое бывает, но вот иногда откроешь, и публикации достаточно старые, возникает вопрос, это настолько ценная публикация, что без нее не обойтись, поэтому она там даже какого-то 2000 года, она показана здесь. Или автор не владеет, что у этого же исследователя есть более свежий, более там уже новый взгляд, предлагающий публикации. Может, он просто натолкнулся на эту 2000 года, а другие не посмотрел. То есть вы, когда определяете годы, вы же авторов определили, вы посмотрите еще, в какие годы этот автор что транслировал, какие смыслы, какие научные результаты он показывал. Может быть, это вам тоже поможет углубиться в свою тему. И вот эти особенности своей темы показать еще более ярко, качественно, потому что вы очень правильно сформировали вот эту подборку литературы, в том числе и по авторам, и по годам. Следующее. Когда мы с вами выбираем, вот у меня уже есть, например, там я пишу статью, я набрала там 40 источников, условно говорю, для изучения. Для того, опять же, ответив на вопросы, для чего, это вот для этого, у меня набралось такое количество источников. И ваша задача посмотреть, особенно если вы через e-library, например, эту подборку делаете, посмотреть вообще место, где опубликована эта статья. Это место, которому можно доверять, или это какие-то материалы конференции заочные, которые, знаете, уж извините, опять же, я как мы в реальной жизни с вами находимся, буду говорить, как оно есть. Когда вы что бы туда ни прислали, у автора все равно все возьмут. Есть ли смысл такую статью из такого издания использовать? Есть ли смысл такую статью цитировать? Поэтому, когда мы с вами делаем подборку источников, список литературы. Хорошо, если у вас есть список профильных журналов, для вас профильных журналов, где нет хищнических журналов, где только качественная подборка, и вы можете в том числе посмотреть, что этот журнал, да, авторитетный, он серьезное рецензирование проводит своих статей, и, следовательно, на эти исследования, на эти результаты, на эти мнения научные можно смело опираться. Ну и еще один вообще неочевидный факт, я не знаю, делает это кто-то или нет, а я хочу, чтобы вы это делали, потому что это очень важно, именно поэтому делюсь с вами этой информацией. Проверяйте, пожалуйста, качество статьи, которую вы собираетесь процитировать. Потому что иногда мы находим статьи абсолютно в разных источниках. Кто-то не ищет в e-library, кто-то ищет в других агрегаторах, кто-то ищет просто через поисковые запросы, да, и вы можете не понять, ну, статья и статья, все нормально, вот она же есть, я же на нее смотрю, она опубликована, я вижу, где она опубликована, значит, она прошла рецензирование, значит, все в порядке, рассуждаю я как исследователь. Нет, это может быть совершенно не так. А что может быть со статьей не так? А со статьей может быть масса каких могут причин, и как раз-таки вы эту проверку можете осуществить на том же сайте Ассоциации научных редакторов и издателей. Что для этого нужно сделать? Мы с вами по той же вкладке, которую я вам показала раньше, «Этика», проходим, и там есть база данных ретрогированных статей. Что такое ретрогированные статьи? Ретрогированные статьи – это статьи, которые опубликованы, друзья, они опубликованы. И после того, как они опубликованы, выяснилось, что в этих статьях имеются какие-то проблемы. Сейчас покажу, какие проблемы могут в них иметься. И тогда эту статью как бы забирают, изымают. Да? Журнал отказывается от этой статьи. Он говорит, мы ошибочно ее опубликовали, мы не должны были этого делать. И вот этот процесс называется ретрогирование. Как вы узнаете, что статья ретрогирована? Во-первых, вот мы с вами заходим в эту базу, и вы можете по автору статьи, например, или по названию статьи просто скопировать, ввести сюда это, и если эта статья в этой базе есть, вы эту информацию узнаете. Следующее. Какие поводы могут быть, почему происходит ретрогирование статей? Я вам несколько сделала на скрин примеров. Причина – самоплагиат с большим объемом повторяемости уже опубликованных данных.
То есть, помните, друзья, я вам сказала, что себя мы цитируем точно так же, как и другого автора, а когда мы цитируем другого автора, первый вопрос мы себе задаем – цель, почему так, такое количество мы должны материала взять, например. Здесь неоформленные заимствования, плагиат, да, понятно, я вижу, что вот это вот, посмотрите, в одном и том же журнале, в одном и том же номере, а нет, номера разные, но журнал один и тот же. Я уже начинаю думать, а мне в следующий раз надо из этого журнала брать статьи или нет? Я сейчас не говорю, что этот журнал плохой или он хороший. Он может быть прекрасный журнал, может быть что-то пошло не так. Может быть в 2015 году не было таких возможностей проверки и не установили это. Но тем не менее это сразу как-то начинает вызывать какое-то внимание, по крайней мере. И вот здесь, пожалуйста, тоже вызвано неправомерным заимствованием ее автором того-то, того-то. То есть вот то, о чем мы сегодня с вами говорили, это как раз может стать причиной ретрогирования статьи. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны. И такие статьи мы не цитируем. То есть зачем показывать, как бы распространять статью, которая некачественно. Как это увидеть в e-library? Если вы эту статью ищете в e-library, то вы ее вот таким вот образом заметите, ее не заметить невозможно, и здесь написано. Причина ретракции вот такая. То есть и указано, откуда, из какого источника это было взято, вы можете посмотреть, что это да, действительно так. Поэтому здесь наша задача с вами, вот это грамотное цитирование, это не только про нашу культуру, но и про защиту наших прав. Как мы это делаем с точки зрения прикладных вещей? Во-первых, когда мы ссылки вообще ставим, когда мы используем прямую цитату, то есть когда мы отправляем читателя к конкретному автору, мы указываем, что он там пишет, думает, предлагает, разработал или еще что-то, и даем полностью слово в слово в его фразу. Вот я читаю, например, эту фразу, да, и думаю, тут что-то тут жилищная сфера является, и тут также жилищная сфера является. Вот тут же повтор, дай-ка я поправлю. Вот если вы поправите, это уже не цитата. То есть цитата – это когда вы берете полностью текст автора, который есть. Это номер этого источника в списке литературы, и это страница, на котором есть этот источник. Красным выделила то, что мы обязательно сделали. Поставили кавычки, поставили источник со страницы. Второе, когда мы используем. А если я не цитирую, скажете вы, я вообще не цитирую других авторов, я просто читаю их, переосмысливаю и вот пишу в тексте. Но вы же переосмысливаете, то есть вы эту идею у кого-то увидели, в каком-то источнике вы ее увидели. Это я вам слайды прямо из реальных работ подготовила, да, просто не поставила вам опять же авторов для того, чтобы никого не смущать. А, получается, что вот если вы какое-то рассуждение ведете, и потом у вас это вообще написано своими словами, это вы ни у кого не взяли, это вы прочитали вот тот самый 61-й источник, это из диссертации взят фрагмент, и вы просто как бы показываете, какой источник вас на эту мысль навел. Обратите внимание, вот здесь нет страницы. Почему? Во-первых, это работа по медицине. В медицинских работах вообще нет страниц. Это специфика специальности. Обращайте внимание на свою специфику. Если у вас не ставится страницы, ну, значит, не ставите, потому что у вас так принято. Если ставится, то ставите. И второй момент. Это означает, что, может быть, там прям и в первой главе, и в пятой, там и на 20-й, и на 120-й странице, я не помню, какой это источник по длине, ну, то есть там много. Поэтому автор не перечисляет, а отправляет на источник. Следующее. Когда вы просто показываете, что вы изучили какой-то труд автора, и этот труд фундаментальный, и там не какая-то страница имеется в виду, а именно труд. И вот тогда вы тоже делаете ссылку на автора без указания страниц, просто потому что вы подсвечиваете определенные взгляды, определенную работу данного автора. Следующее, когда мы делаем ссылку, когда мы оформляем цифровые данные. Например, вы сделали таблицу. Возникает вопрос, это ваша таблица или это таблица, вы где-то ее взяли?
И вот если эта таблица ваша, то вы так и пишете, составлена автором, но либо из, либо по данным, да, и указываете данные, которые вы использовали. То есть, может быть, здесь три там цифры, это вот из этих источников, а какие-то цифры авторские, но понятно, что вот прямо вот в таком виде табличка нигде больше не существует. Это ваша табличка, вы ее составили, но вы какие-то данные взяли. А, опять же, это может быть здесь оформлено, это может быть поставлена ссылка и отнесено в сноску, да, то есть это вы смотрите на требования издателя. Но, тем не менее, мне должно быть понятно, как рецензенту, как читателю, что за источник этой иллюстрации или этой таблицы. Вот, кстати, и по иллюстрациям. Например, когда мы вставляем, даже, допустим, я сейчас в презентацию вставляю слайд, ну не слайд, рисунок конкретный, из конкретной статьи. И если бы это была научная презентация, я бы хотела показать взгляд этих авторов, было бы очевидно, что я должна указать источник. А уж тем более, если я вдруг решила свою публикацию взять или там диссертацию взять, чужой рисунок. То есть мы тоже с вами должны это обязательно указать. Ну и когда мы просто упоминаем чужую работу, например, это очень часто используется в разделе во введении, когда вы пишете о разработанности темы, вы там вообще, может быть, никого не цитируете, вы просто перечисляете ученых, вы говорите, что этот то-то впервые сделал, этот вот так-то сформулировал, этот вот там такой-то подход, и вы их просто перечисляете, у вас нет места их цитировать во введении, но тем не менее вы можете там указать ссылки для того, чтобы подчеркнуть то, что вы работали с этими источниками, вы понимаете, на какой источник вы ссылаетесь и упоминаете в тексте, поэтому делайте так. Другой вариант, если у вас есть возможность или ваша специальность предполагает, что вы не просто упомянули чужую работу, но вы развернули немножко какой-то фрагмент из нее, да, и, соответственно, вы можете вот таким образом это оформить. То есть понятно, что не все публикации подразумевают ссылки в квадратных скобках, если издатель требуют, чтобы ссылки были по страничкам оформлены, пожалуйста, такой вариант тоже возможен. Даже если вы кого-то упомянули, вы сюда тоже относите ссылку, представляете. Ну и, конечно, когда, напоминаю, да, когда вы упоминаете свою собственную работу, вспоминаем, что хоть в диссертации, хоть в публикации, мы должны с вами отделить свой ранее опубликованный текст от своего нового текста. И вот, например, в этой работе, это тоже из диссертационной работы фрагмент, и, естественно, автор, который готовил диссертационную работу, он публиковался, и он хочет показать, что его результаты, его новизна опубликована, это, кстати говоря, требование ВАК, да, и автор подчеркивает, что эта закономерность выявлена, и эти результаты опубликованы вот в таком-то источнике. Весь этот источник посвящен выявлению закономерности вот этой структуры. Там не просто какая-то страничка, а вся публикация этому посвящена. Поэтому здесь мы себя не процитировали, но мы тем самым в публикации или в диссертации показали, что мы не вчера начали заниматься своей темой, у нас есть история исследования своего, вот этого, своей темы, получения своей новизны, и это хорошо, когда она у вас есть. Странно, если вы, например, ну, готовите публикации к диссертации, и они у вас только в одном году. Это не очень хороший сигнал. Надо как-то все-таки, чтобы немножко длящаяся история исследовательского вопроса у вас была, в том числе отраженная в публикации. Ну и про самоцитирование, еще раз, да, мы действуем по отношению к себе, когда мы берем свой текст, точно так же, как мы действуем по отношению к чужому тексту. То есть мы его либо берем в кавычки, тогда он зачтется вам реально как самоцитирование, потому что определится он как цитата, раз он будет закавычен, и автор, на которого вы ссылаетесь, это вы сами. И в таком случае это определится как самоцитирование. Ну и, что называется, подводя
итог, да, опять же, некий чек-лист, как мы проверяем свои ссылки. Во-первых, если это цитата, если чужой текст, это цитата прямая, то мы, безусловно, оформляем кавычками. Независимо от того, если это цитата или даже если это не цитата, мы в любом случае ставим ссылку на автора. Нам нужно, наша задача, вот очень важно относительно того, куда поставить ссылку, а если это не цитата, а если у меня нет кавычек, то я куда должна ссылку поставить? Я должна показать как бы границы чужого текста. Как это сделать? А как это было сделано на примерах тех текстов, которые я сейчас только показала. Например, Астафьев предлагает такую-то трактовку, и вы ее не трактуете, а, допустим, там даже не трактовку, давайте так, подход такого-то ученого состоит в том, что он делает акцент на, и вы перечисляете, на чем он делает акцент. Он там изучает вот это, вот это, вот это, вот это. Мы его не процитировали. Но тем, что вы в начале фразы отослали к этому ученому, а в конце этой фразы поставили ссылку, вот вы как бы замкнули этот кусок чужого, условно говоря, текста, чужой идеи, представленной в вашем тексте, и она понятна, то есть размер этого текста понятен. Ссылка должна оформляться в соответствии с правилами. Это значит, что там должен быть либо номер источника, если это квадратные скобки и страница, либо полное описание источника, если мы внизу ставим ссылку, и указание страницы, если на то есть требования вашей специальности и издателя, который предъявляет к вам требования. Ну и, безусловно, еще раз напоминаю, что мы с вами обязательно ссылки, которые у нас есть в тексте, отражаем в списке литературы. И когда мы с вами готовим публикацию, прежде всего, так же как про оригинальность, я вам сказала, что издатели или организаторы конференции будут какие-то к нам предъявлять требования. Так вот, нам нужно узнать эти требования. Какие ссылки использовать? Это ссылки в квадратных скобках или это ссылки постраничные? Сколько источников должно быть в списке литературы, да? И, соответственно, какие источники нельзя включать в список литературы? Очень часто пишут, что в список литературы включаются только научные источники, а если, допустим, у вас какие-то статистические сборники, нормативно-правовые акты, может, вы ссылаетесь на какие-то сайты или еще что-то, вы это обязательно делаете ссылку, но ссылку делаете в тексте, этот источник у вас в список литературы не попадает. Ну и, конечно, вопрос самоцитирования, особенно если вы отправляете материалы в журнал, то, конечно, там часто очень написано, какое ограничение по самоцитированию, не более 10% там источников или еще как-то. То есть обратите внимание, есть это или нет. Но если нет ограничения на самоцитирование, я вам сейчас только показывала примеры, когда статья подвергается ретракции за то, что слишком много своего в своей же статье. Поэтому даже если этого ограничения нет, ну, мы с вами разумные люди, мы понимаем, что ну там 10, ну максимум 15% для того, чтобы показать что-то, что ценно из предыдущих публикаций, все остальное не должно быть вашим старым текстом. Ну что, друзья, я надеюсь, я вас не сильно утомила. И сегодня мы с вами поговорили о публикациях, об их оригинальности, о том, как делать ссылки, о том, как делать списки. И, безусловно, если вам хочется, есть желание продолжить разговор о публикациях и не только, то я буду рада вас видеть на своем курсе, который стартует 9 апреля. Мы с вами посмотрим очень много всего важного, ценного. Я точно так же, как сегодня, подскажу вам все нюансы, на которые нужно обратить внимание, которые не очевидны. И, безусловно, мы с вами пройдем вообще весь путь от начала, от того, как определить там тему, специальность свою, публикации, как спланировать работу, как написать эту работу, естественно, как ее защитить, чтобы вам путь был этот понятен. Ну, а если вы еще пока не пишете диссертацию, но думаете над этим, может быть, выступаете, не только публикуетесь, но и выступаете на конференциях с научными докладами, то я вас с радостью приглашаю на следующую нашу встречу 25 марта в 12 по московскому времени. Мы поговорим о научном докладе, о том, как
презентовать результаты свои научные, потому что еще один формат презентации своих научных результатов – это не только публикация, но и выступление. Поэтому буду рада вас видеть, присоединяйтесь. Если есть вопросы, друзья, пишите. Я вижу вкладку «Вопросы», я сейчас перемещусь в чат и отвечу вам. Как оформлять прямую эту цитату со стороны, когда я использую оформление ссылок на статью в круглых скобках? По поводу круглых скобок, квадратных скобок и так далее. Друзья, это все разные формы оформления цитат. При этом, если формат цитирования не предполагает, еще раз, да, повторю, не предполагает именно страницу, сам формат этого цитирования не предполагает страницу, значит, вы страницу не ставите. По поводу, вот прямо, знаете, где поставить точку, где поставить запятую, в этом смысле, естественно, моя задача не стояла вам это объяснить, моя задача стояла в том, чтобы объяснить содержательные, да, компоненты, а технические, технологические компоненты очень замечательно на своих вебинарах объясняет Татьяна Телегина. У нее много вебинаров касательно того, как конкретно оформить, где поставить тире, где запятую. Вот это вот все, это, пожалуйста, можете посмотреть на канале Директ Академии записи этих вебинаров и вот такие инструментальные вещи посмотреть там. Так, какие практические советы помогут ученикам сделать свои более оригинальными новые идеи? Дмитрий, замечательные вопросы, просто замечательные вопросы, но, к сожалению, это не тема сегодняшнего нашего разговора. Может быть, даже стоит, кстати, сделать такой вебинар. Давайте я возьму себе это в качестве, что называется, темы на будущее. На самом деле, я сегодня постаралась вам подсветить именно то, что чем более качественные источники мы с вами привлекаем, или вы учите своих учеников привлекать там, аспирантов или магистрантов, да, привлекать вот эти труды, тем больше у вас идей возникает относительно того, как можно еще посмотреть, да, какие уже есть идеи, какие реализованы, и что еще осталось для нас. Так, какие методы сравнения результатов являются, на ваш взгляд, наиболее надежными? Ну, во-первых, само по себе сравнение, многим авторам это не нравится. Многие авторы говорят, зачем я буду сравнивать свою работу с кем-то, это же будет означать, что это уже не новое. Нет, друзья, как раз то, что ваши результаты новые, мы только и можем показать через сравнение, что вот этот автор такой-то подход предлагал, он пришел к таким-то результатам, вот этот автор такой-то, а мы вот такой-то. То есть вы можете сравнивать подходы, вы можете сравнивать методики, вы можете сравнивать принципы, да, может быть, какие-то подбор факторов или показателей, почему они так подбирали показатели, а вы по-другому. То есть на самом деле параметров сравнения по поводу чего мы можем себя сравнить с другими исследователями, на самом деле очень много. И здесь, конечно, стоит задача, как бы, что именно, да, вот не случайно я задавала, подчеркивала, да, для чего, что я хочу показать. Я хочу показать свою осведомленность или я хочу вот показать, что это моя новизна. Как правильно оформлять цитату, если цитируешь ее сначала предложение, по мнению Петрова, та-та-та. Сергей, я надеюсь, что я ответила на этот вопрос. Я большая буква или строчная в начале цитаты. То есть, еще раз, да, все, что касается вот прям инструментального оформления, это вот к Татьяне, что называется, у меня больше по сути, для того, чтобы мы все-таки говорим оригинальность именно с точки зрения. Именно с точки зрения наполнения, содержания, скажем так, да, укажите, пожалуйста, методы, которые помогают исследователям написать более четко и лаконично. Опять же, да, сегодня мы вот не про методы и не про само написание диссертации. Дмитрий, вопросы вы задаете просто прекрасные. Ой, диссертация, говорю, публикация. Давайте это тоже сделаем. Просто это не тема сегодняшнего разговора. На курсе, конечно, рассматриваем, давайте сделаем еще вебинар такой. Как бороться, чтобы... Ой, прекрасный вопрос, выражениями, которые идут обычно по три... Да-да-да-да-да, поняла. Михаил, вопрос просто замечательный, потому что
Я даже удивилась, что сегодня в чате никто не поставил ни плюсик, ни десятку, когда я вас спросила, сталкивались ли вы с таким, потому что вообще традиционно, вот мы с компанией «Антиплагиат» несколько, пару лет назад, наверное, проводили круглый стол, на котором было огромное количество участников, там 800 или больше человек было в прямом эфире, и просто нас забросали как раз вопросами относительно того, что вот и так, вот и такие ситуации, вот такие ситуации бывают, да, и я удивлена, что сегодня никто на это не отреагировал, на такой вопрос. Да, на самом деле с общеупотребительными фразами, выражениями бороться нужно следующим образом. Бороться мы, как авторы, с вами с этим мало чем можем, потому что это уровень экспертной проверки, потому что, безусловно, программа развивается, да, они учитывают вот эти моменты, и есть возможность отключить заливку, скажем так, по-простому, да, вот тех самых общепринятых фраз, которые, ну, мы обязательно будем использовать, потому что мы пишем с вами научную работу. Поэтому в этом смысле, к сожалению или к счастью, мы с вами делаем так, как нужно, и надеемся на то, что эксперт уберет этот модуль, да, для того, чтобы он проверился с учетом того, что это научная работа. Более того, даже вот если мы говорим выпускная квалификационная работа, это все-таки учебная, такая больше учебная работа и научная работа, но это, согласитесь, не одно и то же, да. Поэтому, конечно, здесь проблема это есть, она решается тем, что к программе должен добавиться эксперт. К сожалению, он не всегда добавляется, но вот уже как есть. Так, друзья, вижу вот еще вопросы. Сколько тут вопросов, и почему я их раньше не видела? А что у меня было с чатом? Это, видимо, чат, что ли, завис? Так, друзья, я поняла, что вы много мне задавали. Я сейчас на все вопросы вам отвечу. Почему-то я в чате вопросов вообще не видела, а теперь только их увидела. Как быть с цитированием нормативно-правовых актов, спрашивает Любовь. И вы, оказывается, мне кучу плюсиков писали, друзья. Да. Вот, отлично. У меня, видимо, не работал чат. Так, теперь вопросы из вкладки обычного чата. Давайте по ним. Как быть с цитированием нормативно-правовых актов? С цитированием быть просто. Если вы цитируете, старайтесь цитировать тот объем, который реально необходим. Опять же, если вашу работу после программы проверяет эксперт, он видит, что это нормативно-правовой акт, он уберет эту заливку в ручном режиме, назовем так, да? Вот, поэтому здесь сложности нет. Как быть, если цитирую по памяти, доступа нет? Глеб, тоже вопрос замечательный, знаете почему? Потому что это очень важный принцип организации работы с литературой. Вот когда мы нашли какой-то источник, старайтесь сразу же сохранить библиографическое описание этого источника, чтобы не получилась такая ситуация. Но учитывая, что сейчас нет возможности, ну, ссылайтесь на сайт. Ну, мы сразу с вами понимаем, что это как бы не очень-то корректный подход, но это лучше, чем совсем не сослаться. Да? Лучше, чем совсем не сослаться. Авторство в нормативно-правовом акте, никакого авторства нет. Там вы просто... Вот этот текст, который... Это продолжение вопроса, да, у Любови. Тот текст, который вы внесете, он не будет воспринят как плагиат. Вы просто укажете, из какого нормативно-правового акта вы его взяли. Да. Так, тут вы уже обсуждали это сами, да, я тогда это не отвечаю. Так, у нас разные обязательства должно быть. Так, это Татьяна отвечала. Угу. В статье или в отчете использован вольный перевод с английского и согласие автора получено по геологии. Ну, насчет вольного перевода.
никто не запрещает использовать вольный перевод, если вы поставите ссылку на этого автора. То есть здесь, Глеб, не совсем я поняла ваш вопрос по поводу вольного перевода и согласия автора. Если это текст опубликованный, то проблемы нет. Мы и без согласия автора можем с вами его перевести, переосмыслить, показать в своей статье подход этого автора и сделать на него ссылку, чтобы это было понятно, что это он. А если это не опубликованное, то да, к сожалению, мы на не опубликованное. Этот источник вы не сможете внести в список литературных источников, потому что он не опубликован. Вам об этом тогда нужно будет сделать ссылку. Ограничивается ли самоцитирование? Да, Любовь ответила на этот вопрос. Так. Антиплагиат, коммерческая версия, теперь Коммерсанты диктуют. Глеб, к сожалению, да, здесь есть такой нюанс, что нас проверяют за наши же деньги, да, для того, чтобы проверить свою статью, мы должны заплатить, но опять же, ну вот такие реалии. Так, что еще, друзья? Как много сообщений, я уже, видимо, потерялась, да, в этом. Сейчас, подождите, постараюсь найтись. Вот. И к этому вопросу, в случае, если автор не согласен с экспертизой, какова мера ответственности антиплагиата? Любовь, у антиплагиата нет никакой меры ответственности, просто по факту того, что это программный продукт, который, ну это как молоток, да, можно ударить себе по ноге, а можно сделать какое-то прекрасное изделие. Поэтому здесь что мы как авторы можем сделать, если вы не согласны? Ну, например, я являюсь рецензентом научного журнала, я даю рецензию, и если автор, не то чтобы со мной не согласен, ну может он и не согласен, а может и согласен, но он хочет мне дать какой-то аргумент, помимо того, что он исправляет свою работу по каким-то параметрам, а по каким-то не исправляет, он с чем-то не согласен. Но вы же можете написать, на странице такой-то то-то, на странице такой-то то-то. То есть, в принципе, в практике вот этого взаимодействия такое бывает. Если локального акта нет, Глеб, это, наверное, вы спрашиваете по поводу монографии, да? Тогда мы ориентируемся, ну, как в диссертационных работах, 85-90% ориентируйтесь. Любовь, рассуждаете по статьям и монографиям. Это несравнимые объемы для любой специальности, да, и задачи совершенно другие. Не зарекайтесь, Глеб, про докторскую, может быть, и хватит и здоровья, и силы, и желания. Так. По поводу для разных наук разный должен быть подход в оценке, и в том числе с точки зрения антиплагиата, полностью с вами согласна. Вот вообще полностью с вами согласна, что особенно, вот представьте ситуацию, вот мы с вами рассуждаем, вот юристы, да, очень сильно страдают, потому что нормативку приходится цитировать. А еще возьмите, например, филологов, которые должны, обязаны, они не могут не процитировать то произведение, которое они анализируют. Или там филологи, которые анализируют приемы языка на конкретных примерах. Представляете, особенно вот литературные, когда вот работы по литературе смотришь, там же ведь тоже, да, литература, музыка, какая разница. То есть, когда мы берем какой-то источник, его начинаем анализировать, мы сначала его должны взять. Это тоже большая проблема. Я с вами согласна. То есть, ну это... Это есть куда развиваться еще, но вот, к сожалению, но это так же, как с ЕГЭ, можно спорить, хорошо или это плохо, но вот пока это внедренный инструмент оценивания наших детей, поэтому нравится, не нравится, мы, к сожалению, так.
про дискриминацию отвечала. А, вот Глеб приводит пример по дискриминации с точки зрения приема статьи, да, куда-то, в какие-то издания. Ну, вот и такой пример, пожалуйста, у нас есть. Так. Угу. Да, к сожалению, у нас все, ну, опять же, да, вы хотите опубликоваться в каком-то журнале, там есть требования, вот такая-то оригинальность, да, к сожалению. Критерии отбора источников, которые вы используете, Елена не вполне поняла, я проговаривала на слайдах, для публикации как или для диссертации отбирать, может быть, это вы имели в виду, либо уточните, пожалуйста. В монографиях, что такое определение, по какому закону проверяется качество статьи. А, любовь. Значит, фундаментальные исследования не в журналах, а в монографиях. Не совсем я соглашусь с этим тезисом, потому что есть фундаментальнейшие статьи настолько, что за одну статью, ну, условно за одну статью мы с вами понимаем, но тем не менее, могут дать там премию какую-то, да, может там признание быть ученого за какую-то статью, не монографию. Хотя я с вами согласна, безусловно, что монография – это фундаментальный труд, но статьи я бы тоже не стала обесценивать. Что касается журналов хищников, ну, это просто устоявшееся понятие. Если вы хотите посмотреть эти журналы, вы можете посмотреть на e-library список журналов, которые до сих пор висят в подвешенном состоянии, когда они должны отчитываться о том, как они ведут рецензирование, и есть журналы, которые не индексируются сейчас в РИНС, а раньше там были. То есть вот такого плана не нужно. И, например, если вы, я не обязательно даже журнал «Хищник» имею в виду, например, вы выбираете конференцию, в которой опубликоваться. И если вы видите, что в этой конференции публикуются по 10 наукам все подряд, и сегодня вы сдадите, а там через неделю уже сборник, но вероятность того, что это не очень качественный будет источник, и вот это качество статьи, которая там может оказаться, тоже может быть невысоким, это тоже индикатор. Ну и по поводу качества я вам показала в базе ретрогированных работ. Вот это я имела в виду, что нужно посмотреть. Как быть с диссертациями, другими научными исследованиями, а в каком смысле как быть? Если вы имеете в виду рассматривать их как источники, вы можете их рассматривать как источники, но помните, друзья, что мы в список литературы добавляем опубликованные источники, а диссертации у нас не опубликованные источники. Поэтому если у вас есть выбор добавить автореферат как источник или диссертацию, добавляйте лучше автореферат. Так. Так, 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 искусственный интеллект. Так, текст с большим экономическим расчетом, согласно, где границы цитирования, варианта формулы. А, по поводу больших экономических расчетов. Если это расчеты, точнее говоря, вы же там ход расчетов не представляете, да? Вы представляете результаты. Раз вы результаты получали самостоятельно, то эти результаты у вас будут оригинальными. Вы тогда цитируете, как я показала под табличкой, вы только показываете источники данных, что источник данных мы взяли там-то, а получили мы вот это. Формулы, естественно, мы показываем. Опять же, при проверке экспертной формулы у вас должны быть сняты экспертом. Так. Друзья, вижу ваши благодарности, я тоже вас благодарю за то, что вы были вместе со мной. Я надеюсь, что я никому не пропустила ничей вопрос. Если пропустила, то, пожалуйста, повторите, я еще минутку буду здесь на связи. И присоединяйтесь к вебинару, к курсу, кому интересно, и будем сотрудничать дальше. Я вам желаю всего доброго, ярких публикаций, замечательных, новых, неординарных, оригинальных исследований и
пожалуйста, присоединяйтесь к нашим встречам. Всего доброго, до свидания.